поднять ее за пленку и сразу в ванну. Вот теперь мы из маленьких этих веревочек, где-то у нас есть, вот это целая вязанка их тут есть, вот, крутим вот такую вот, длинную, потому что такой вот бельевой веревки у нас больше нету, ну вот обрывок. Чтобы мотня не прорвалась, нужно сделать крепкие нитки. Вот ребята держат, смотри, как руками. Женя, держи, голову убери, чтобы тебе бороду не замотало. Или у тебя бороды еще нету? О, как солнышко, щеки горят. Давай, держи. У меня бороды нет. Вот, тут Артемий у нас держит. Эксплуатация детского труда. Они играют нам, чтобы траву не закручивала веревочка-то. Мы сказали, держите вот так вот пальчиками, чтобы не зажимали. Вот видите как. Дети приучаются к труду. Тут играть не надо. Володя там крутит. Вот. Ну что, все надо? Держи. Так. Я сейчас пойду опять дальше. Возьму крючком вот так вот на эту. Ребята, отпускайтесь. Давайте, Володя, сходитесь там. И натягивайте все время. Не выпусти из рук, держи двумя руками. А, ребятишки уже играют в другом месте. Связать надо, держи. На меня шагните, видите, я на крутизне падаю. Пожалейте старика. Старик, нет, это не обо мне. Там у нас бульдозер работает, а тут рядом коршун летает. Держу. Держи. Держи теперь. В каком месте? Куда она крутится-то? Есть? Видите, вот, куда? Да. Туда помоги крутить, а ты в обратном направлении. Так. Она сама веревочка покажет, куда крутиться. Только чтобы у вас колышек не было, затяни. Посередке, чтобы не было прорыва. Это ничего, растяни. Когда она одинарная закрутится, да плохо. А ну-ка поближе подойди сюда, я проверю. Держи. Да, давай еще. Еще поближе подойди. Ну, вот это поближе подойди. Ну-ка подожди. Вот она еще. Что она там? Ну что-то где-то зацепилась, что-то она. Что она? Ну вот она. Вот она где. Вот это натягивай теперь. На, натягивать надо. Ну-ка иди сюда, я проверю. Вот в одном месте нашли уже ошибку. Держи крепко. Как она здесь? Вот подожди. Это не зацепилось? А нет, все нормально. Теперь подкрутите маленько. Сейчас ребятишек мы попросим помочь нам. Видишь, обрушивает край. Артемий! Ты хлопнешься туда. Я же объяснял. Иди сюда, иди, ладно, хватит. У тебя получается там, свалил. Лост. На, Володя. Сейчас я буду их сажать в бредень, показывать, как нам нужно. Так, ребята, идите, помогите нам. Без вас никак тут. Что надо делать? Вы у нас сейчас будете рыбки. Нет, это Женя. Я там цепь. Это не цепь, а сетку порву. Не, сеть порву, она маленькая. Так, все, подбегаем, бегом, бегом, хватит. Подбегайте. Так, знаешь что? Я порву ее. Вот, убери, Володя, эти веревочки все, заберите отсюда. А Егор? Тут тебе удобно на это. Я туда не влезу. Надо нет. Развернуться вот туда. Туда специальный мешочек. Сейчас веревочки поднять. Ну, веревочки в кучу собери. Уйдите с дороги, хлопцы. Веревку возьми, лопсы, подай. Лопсы. Теперь вдоль этой разверни, иначе не устоять. Тогда тяни, тяни. Так, разворачивай. Сережа, иди вот так, тяни, тяни. Поплавки. Поплавки должны быть вот это вот, ровно посередине, держи. Вот это вот. А вы там посередине ровно держите. Давай, Саша. Я говорил, надо было каркас сделать. Вчера, правда. Ой, не вчера. Так, ну идите сюда. Мне тоже сюда лезть, Володя. Иди сюда. Женя, самый маленький у нас, да? Да, да. Иди,
Женя, давай. Я ж тебя зову. Вот так держи. Вот эти две. Пушистик не взяли, я забыл. Так, кто из них стреляет? Веревку зацепили. Время, давай. Да, да, раз, еще ниже. О! Так, и я с ними вместе. О, рыбка огромная. Так, теперь смотрите, еще у нас получится. Вот так. Вон где. Вон он. Игнать тигр еще заполез. Все, становись пока. Сережа, ты рукой возьми где-то, там, где она отходит. Так, держи. Вот с левой стороны ему надо встать и... Вот сюда перешагни. На меня. Надо было босиком тебе. А тебе трудно разуться? Сапоги сними. Разуйся, туда сапожки выбрось. Он туда. К Сергею кидай туда. Пройди туда, вынеси сапожки. Сергей Павлович. Да. Вот у него получится как. Держи. Все, возвращайся. Карасик. Гальян, вернее, гальян. Теперь руками разведи так. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Вот эти, где привязанные, их надо будет понизу и протащить. Привет, гальян. Да не трогай. Ты раздвинь. Не надо. О, тут... вот сюда ногами, наступи на него. Он принял позу лотоса. Вот это узел. Узел дальше не будет. Это не просто так. Нам нужно сейчас обруща сделать. Он застрял там. Давай с ним подтяни. Руки только по сторонам заведи. Так, подальше. Так, поза. Не трогайте меня. Так, подожди. Нет, не так, раздвинь. Вот уже. Это очень даже непросто. Дядя Володя, это поза, не трогайте меня. Женя, под ногами опусти. Вот так. Я вот не хочу держи. Быть поплавком. Я не хочу. Вот такой штучкой. Где я приманка возьму? А может ему сейчас туда засунем червячка, пусть ест. Это ведь рыбка. Теперь это, выйди-ка сюда. Подожди, Артемий, вылез сюда. Рыбка вылазь. Вот сейчас ее вот сейчас надо растянуть. Растяни туда, чтобы она то нижняя растянулась. Вылазь, Артемий. Вылазь, вылазь. Потом мы сделаем это все. Держи. Поехали. Не уронить. Вот чемник не упал. Вот теперь как держать здесь? Это не подшипник, это колечки. Там колечки еще есть, почему интересно? Это вот у нас пойдет пониже. А это еще ниже. О, тут зашито-то. Вон.
держи поплавки. Поплавки держи. Не трогай. Женя, второй поплавок держи, тебе же сказали. Держи. Что ты отвлекаешься? Надо вот здесь еще. Не надо отвлекаться. Ногой наступи на это. Вот. И теперь держи поплавки вверху. Возьми поплавки. Дай посмотри, и ногой так держи. Тихо. Сейчас будем натягивать. Дома будешь смотреть ролики. На наш канал зайдешь и посмотришь. Во свете Библии Игнатий лапки набери, там увидишь. А что, в свете Святой Библии? Да. Открытым оком еще слова есть. Я смотрю. Я подписан. Так, теперь натягивайте бредень туда, в это. Так, не бойся, наступай. На веревочку. Вот. А вот теперь мы ее сюда приведем. Что это, Артем? В глаза что-то попало? Она должна быть. Протри в эту сторону переносится, чтобы тебя вышло. Должна быть короче это, чтобы мы тянули не бредень, а тянули веревочки. А веревочки к бредень не относятся. Так. А нож если где? В кармане. Давай. Молодец, Сергей Павлович. Нормально держит. Иди, Володя, ловите рыбу, она убежала. Вот где привязали, вот. Тогда распаси руки, чтобы тебя было. Поймаем. Иначе нам не получится. Нам нужно сейчас каркас поставить. Водички. Так, это два. Если справимся, конечно, до обеда. Держите, ребята. У него что-то в глаз попало. Соринка. Я тут пушистик взял, а ветер поднялся. Сейчас плохо слышно. Это у нас. О. Куми-куми. Держи в два поплавка. Пойди чесать ухо. Так, сейчас примерно вот так вот. Да нету там никакой, блядь. Что у нас будет? Это вообще сейчас не все. Все, УАЗик возвращается. А? Возвращается. А что? Ну заправился, я имею в виду. Ну думаю, так быстро заправился. А туда он проезжал дальше? Да. Ты на той стороне видал его? Ну он же до Игоря ездил. Ну до Игоря он доехал. Ну-ка держи. Конечно, конечно. Ну держи, маленько я выйду-то. Копаемся. Здесь теперь нам надо ее уменьшить. Сетку в натяжку держите. Так, маленько поднимите руку. Не уходи с веревки, ты что ушел? Женя, стой. А я держу поплавки. Это зависит, как натяжка будет.
сделаем все приблизительно. У нас никаких тут не растяжек настоящих, ничего. Так, теперь я эту лежу. Опустил, значит, все заново делать. Я же сказал, на сумке держать. Вообще ее не касаешься. Ну что ты так, Сережа, прямо это... Ну я же поднял, дал тебе под ноги. Я теперь все режу и все худо. Держи. Я же сказал, что делать. Каждому дал задание. Ступи на нее, не отпускай. Его я делаю, спади. Вы понимаете, что если мы это не сделаем, у нас опять та же самая петрушка. Большая. Овощи. Белуга попалась. Рыбки поймалась. Сережа, теперь дальше ты натягивай, чтобы она у тебя... Ну как была, стоять так. И натягивать? Стой, стой вот там, вот иди туда. Вот это ты можешь маленько потянуть, чтобы вот так было? Не могу. Ну можешь, ну залезь или как, и под ноги это. Ага. Стой, ну, здесь иди туда, нормально, дороже. Под ноги. Ты не на веревке стоишь-то, Завязать. А завязать это ушла туда, веревка-то. Сюда вернусь. Понимаешь, мы... нет. Иначе значит... Мы сейчас должны каркас составить. Вот эту веревку короткую, он здесь стоит, а я здесь. Это намного короче получилось-то. Он сейчас не стоял, выдернули, а он не стоял на веревке. Понимаешь, один не стоял, другой не стоял. Вы меня замучили здесь уже. Я же сказал держаться на веревке. Дайте вот сюда, вот сюда, раз. Нет. Возьми тогда сам под ноги ее. Ребенок, что он знает? Понимаешь, я ушел, а они отпустили. Я теперь делаю, надеюсь, что это на самом деле. Пятый раз уже все по новой. Земле-то никак ее не знаю. Ножницы-то где? Как? Где вы сказали, там и лежат. Я чего всякий раз спрашиваю? Положите в карман. Это я положу в карман, благодарю. Послушный Сергей Павлович. Хорош, только не с ног не сходите. Ну что тут говорить? Я теперь вот это вот. Перехвати там дальше. Мне тут завязать надо. Вот сюда сходи. Рукой перехвати. И держи здесь. Вот теперь мы начнем связывать ее обручами.
Вот все. Теперь держи там. Сейчас мы... Где эти веревочки-то? Мои веревочки где? Большие такие, толстые. Вон. Я пока просто привязываю, а потом мы перевяжем. Еще она идет дальше. Никак оно не идет. Теперь с этим надо мне завязать. Нет, не с этой. Никак ума не дам. А вы? Калмыцкий узел завязать. Калмыкал. Бат. Миг. Вот это вот. А теперь мы вокруг его должны обойти. И мелко, ну, мелкими этими затянуть. Полежать хочется. Я уже хотел на воде делать. Отставить лежать. Я хочу вот теперь лежать. Весь вся мудрость заключается в том, чтобы полежать нам здесь мне хорошо получилось. Давай. Валяться. Нет, у него так, давай. А ну-ка дальше. Как боднусь сейчас. Че, как каркну. Вдруг я смогу заключать, как каркну. Надо попробовать головой просто уже каркнуть. Куда пошли? Хочу каркнуть. Нет. Ну теперь надо завязывать только и все. Все на этом. Сейчас его слазь и попробую завязать. Мелкими эти привязывать этими веревочками. Это у нас пойдет на обруча. Этот обруч вот сюда вот надеть. Связать между собой. Вот он мы. Что я делаю, это все надо будет теперь перевязать. Можно на велике покататься? Нет, конечно. Тебе понятно, что делаем? Вот это у нас натяжка, на нее тянуть. А теперь, чтобы небо-то был такой, надо вокруг его, держи, поднимай вот так. Поплавки где? Вот они. Вот, а теперь эти вот железки-то вниз надо опустить. Посижу. Ну еще так посидеть. Меня здесь нет. Теперь вот это вот надо все. Ну дядя Володя. Выберусь, укушу. Сейчас кепкой кину. Запущу как. Не наглей. Запущу. Давай теперь связывай вот это, что маленько поменьше кольцо должно быть. Чтобы осталось сила для этого. Тихо. Сережа, начинай завязывать. Вот так растягивай, кого-то ребятишек попроси. И теперь вот эти вот все в этом порядке, как они идут, так и делай. Где наверху? Первое. Давай, здесь, Артем, иди сюда. Все тогда. Останови. Что, не надо его? Это внизу идет, нет? Ты глаз-то не три, еще хуже будет. Поднимай теперь вот это. Где она идет? А половой блестит. Солью. Пробую расковырять. Сколько времени, дядя Володя? Я
Егор, стой на месте. Вот делаю и не знаю даже, пойдет или нет. За ними никто и не смотрит. Вон насколько. Это распутывается. Смотри, как солдат возле мавзолея. То есть глаза не моргни. Вот это тоже поддерживает мальчик. Я где-то устал бездельничать. Стоять. Смирно. Вольно. Кажется, что правильно, а может и неправильно. Я все вижу кузнечик. Он сейчас пукнет. Только нет пукника. Я тебя поймаю. Ну, наверное. Понял, все обвисшее. Как оно потянет, ничего не известно. Маленько так поддерживайте, хотя хоть чуть-чуть ориентир какой-то будет. Мне надо сделать помотнее, чуть-чуть поменьше. А тут все висит, не знаешь, что делать. Она должна кошель идти, и вот такими вот он шире, а потом опять уже шире и уже. То есть тяжесть распределяется на определенном месте. Я посмотрел, как у моряков. Да. Приезжать! Колбасу. Приезжать! Да. Лежабока, стой давай. Это солдат возле мавзолея. Стой. Так. Ну что, все. Нам надо будет отдохнуть. А ну-ка давай залезь туда, посмотрим, как она будет. Женя. Еще один карасик поймался. Нет, горяшек. Маленький горяшек. Вот она плывет. Идет. Пошел. Тяму-то не хватает. Руками в стороны. У него тяму-то у гальяна нету, что ли? Попадается хуже все. Руки-то раздвинь. Надо. Раздвинь. Женя, раздвинь. Надо справиться, когда ты пойдешь, чтобы все раздвинуть. Все, Женя, у нас получилось. Разворачивайся и передом выходи. Что ты задом прячешься? Попой. О, все, собирайся. Полежать на дяде Володе не хочу. Тихо. Ложись на земле. Это, зацепил веревочку. Женя, веревочку зацепил ногой. Плохой. Тихо, все, перестань.
какой узел остался. Мы можем тогда его распишись, если не получится. Веревки не хватает, а тут лишнее. Ну вот тут ручку сделать, чтобы можно было за веревку ее. Да, это пойдем. Так и надо, правильно, но не сделать это. Давайте сматывать. Удочки сматывать. Ой, удочка, ой. На том берегу ребята помогают, вон они как. Им это интересно, побрасывайся в воде. Это Сергей Чанин, здесь Володя. А здесь у меня Кирилл. О! Давай, давай, давай! Еще за веревки вон там брать надо. Они выплывают. Так, там подойдите, за веревки берите, тащите. Давай, давай, за веревки там. Вот здесь, за низ и за верх. За низ особенно, найди по низом, где? За нижние веревки и за верхние тащите. Вот так, теперь тащите. Тащи, 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 быстрее на берег. О, только давайте ведра. Кидай туда. Что-то не ладится у нас. Почему? Сколько тут рыбы-то выплыло. И карась хороший. Ну, не так много. Ну, как будто нигде не прорвало, просто через сеть. Она мелкая. Она Владимир, вот карась. Иди туда. Собирай кучку, бери это ведро, клади, ведро. У дяди Володи это... Сзади дядя Сережа ведро, кидай ведро. Артем, ничего не слышит. Ну ведро-то легче кидать, чем просто. Володя, гляди, у тебя под руками там падает. Да это мелконько, покрупнее которые берите. Ребятишкам забава. Ты ее в воде не трогай, Женя, ты сейчас свалишься. Не трогай ее в воде. Чтоб дети ваши не видели, как рыбу ловят, советы дают. Ну что, воровать, чтобы они учились. Смотришь, кита убивают. Кита убивают, как он кричит. Какие поплавки. И дети тут же, и никто ничего не говорит, почему. Понятно, почему. Он учится, олени. Один в пургу посылает его отец. Волки угнали. Там тысячи, наверное, оленей. Или 2000. И он один в пургу едет. А парни-то всего там лет 15 есть, нет. Так вы возьмите к себе ведро-то, чем кидать-то. Вот так, миленькие мои, делается. Видишь, как интересно. Это сегодня у нас... 29-е. 30-го завтра утром гости уезжают. Последний раз дети были на пасеке, на рыбалке. Вон, он в своей руке держит. Рыбка. Ты не наступай на нее ногами, это не надо наступать. Из-под ног берите. Да не надо кидать так, слушай. Возьми ведерко, вот оно. Женя! Он не слышит ничего. Вон там, подойди к дяде Володе-то. Ты топчешься по... Ты стопчешься по рыбе-то. Ну отойди, ты смотри. Уйди оттуда-то. Вот так ребенок учится. Как он будет учиться? Только воровать, если не будет работать-то. И это тут толковать не надо. Каждый трудись своими руками. Кто крал, впредь не кради.
Вот так. Куда ты тяну-то туда? Не тяну, а вот это не надо смахивать. Это маленькое ведерко освободили уже? Нет еще, она самая грязная, потом. Может ливануть просто из этой, давайте. Давай его прокинем. Отдельно его промоем. Как хорошо, сели гуськом. Руки запачкали об рыбу. Еще в воде побрызгивается. Егор-то постарше, что-то им наказывает. Мало это мы захватили сегодня. Ну, повторим это мы. Только эти веревки жалко отвязывать. Столько крутили их. Еще, Егор. Вон коршун наших карасей таскают. Видишь? Насыпай все сразу, потому что грязь вся это выйдет. Выгреби руками-то оттуда ее. Это все, что через сетку пролезло, собрали тут. Корюшка. Там мимо, поставьте доску. Вон доска лежит. Сережа. Доска вон та лежит. Браконьеры кричат. Браконьеры. Не браконьеры, а добытчики. Еды на зиму. Ее сушат, она очень вкусная, смотри. Самая игра такая ногами в землю. Грязь превратить. Знаешь, как вспоминать все будет? Подвернулся по новой. Он не просто бразгается, он воображает, побеждает змея Горыныча тут. Да? Воду задерживается. Вы когда домой приедете, эти ролики будут уже, ну, стоять. Пусть родители посмотрят, как они тут отдыхали. А, ребята, вон посмотрите, рыбы-то сколько лежит. Вон ту рыбку, собери их. В ванну кинь. Вон на полу лежит рыба, ты не видишь ее? Помогите. Так, ну еще сказать вам. Вывод такой делаем.